Власти США решили не выдвигать обвинений против основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа за обнародование секретных документов правительства. В Министерстве юстиции страны объяснили это решение тем, что в противном случае им придется обвинить журналистов, которые опубликовали разоблачение. Однако, по данным газеты Washington Post, окончательное решение еще не принято. Напомню, на сайте WikiLeaks появилась информация о секретных действиях американских солдат в Ираке и Афганистане, а также выдержки из дипломатической переписки сотрудников Госдепартамента США. Позднее австралиец был объявлен в международный розыск. Сейчас Ассанж находится в Эквадоре. Власти латиноамериканской страны предоставили ему там политическое убежище.